Мышь, у вас все хорошо? Вас что-то конкретно интересует? Здравствуйте. Как ваши дела? А вы долго тут будете стоять? В чем твоя проблема, мужик? Ты демон? Всем привет, всем здрасте, добро пожаловать на мой канал, с вами Леся, и сегодня у нас фазмофобия соло, кошмар на Тенглвуде. Сегодня, кстати, я не одна, тут у меня подружки где-то лазят по моей кофте. Вот. Так, давайте поищем Светлану. Шкафчики свободные. У меня они обычно заняты и всегда попадаются. Так, может быть, Константин где-то? Здравствуйте. Здравствуйте. Как ваши дела? Ага. У меня фотика нет. Нет фотика. А вы долго тут будете стоять? Ага. Хорошо. Хорошо. Так. Что по темпе? 5-7. Так, ну, видимо... Он где-то здесь, либо здесь. Но бросается там предметами. Подружки, подружки, полезли. Полезли, полезли. Так, ладно. Ну, давайте тут место забьем. А пока сходим в это. В фургон. Сходим в фургон. Здесь это не какой-нибудь демон. Так. Сейчас, так, секундочку. А, ты здесь? Ты молодой? Ты старый? Ты мужчина? Ты женщина? Ты ребенок? Так, он прям активно тут жмяк. В чем твоя проблема? В чем твоя проблема, мужик? Ты демон? Он прям активно тут появляется. Вот, 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 хорошо. Вот. О, минус. У нас есть отпечатки и минус. Не мимик. Ханту Джин демон. Кресты кинем. У демона большой радиус срабатывания на кресты. Я думаю, он их отлично покушает, когда начнется меньше 70% рассудок падать. Карты. Хоп. Нормально. Атака. Атака. Прятки. Джейсон Томпсон. Джейсон. Если мне попадется висельник, это будет неприкольно. Ой. Умереть не страшно. А где атака? Я хочу умереть. А почему? А мне долго еще ждать? Атака! Мышь, у вас все хорошо? Вас что-то конкретно интересует? Атака! Я здесь. Да нет, ходит обычно. И что, умирать будем? Я здесь. Ага, я тут.
Все? А, можно выйти? А, я один раз посреди атаки просто очнулась, когда меня убили. Мне показалось, что он как будто бы ускорился, когда меня увидел. Может, это не демон? Может, это джин? Ладно, пусть будет демон. Я же сразу думала, что демон. Пусть будет демон. Это джин. Закралась у меня нотка сомнения, когда он побежал на меня в последний раз. Но мне казалось, что в первую атаку он обычно шел. Ну ладно, джин так джин. Главное, что я об этом подумал. Ну что, всем спасибо, что смотрел эту серию до конца. Ставьте лайки, подписывайтесь и всем до встречи и пока-пока.